Пока обучение пройди. А у меня, блин, везде пинг фиговый. Средизе. А, это заполнен. Ну, он пусть запускается. Постройте рампу и перебейте пол. А, и пробейте пол, чтобы найти спрятанное. Чего там? Кто? Какой я вижу? Новый исследователь. А, все. Когда я вижу новый исследователь. А где сама эта... А, так я еще и скрин случайно сделал. Экрана. Так, отмена. Кто ты? Где я? Что я здесь делаю? Какой я вижу? Новый исследователь. Кто ты? Где я? Что я здесь делаю? Я Хаммер, буду твоим проводником в Рассветной долине. Ты же наверняка хочешь стать утренней звездой. Ты здесь впервые, так что я покажу тебе Рассветную долину. Для начала посмотри по сторонам. Сначала посмотри по сторонам, блин. Для начала осмотрись по сторонам. Мышку, короче, меня заблокировали. Могу только вперед бежать. Смотри-ка, домик. Предлагаю поискать внутри какую-нибудь пушку поприличнее. Охренеть, тут какую-то башку лягушки. Царевны. Смотри-ка, в доме лежит винтовка и боеприпасы. Вот только какой же идиот закрыл дверь. Предлагаю проломить дверь. Умно. Ну а теперь пробей себе дорогу и заходи. Отлично. Теперь бери винтовку. Так. Ну хорошо, я добежал. С оружием как-то поспокойнее. Кстати, а на что мне дерево из разломанной двери? Как-то... Сноси постройки, чтобы набрать материалы на бастион. Не стесняйся и разнеси сноси тут постройки. Все. Что такое бастион? Это вкусно? Такое? Подожди, сейчас я разнесу это здание. Уничтожьте все стены. Стены уничтожить какие-то. А, это у этого дома? Ого! За что ты уровень? Топор дает, вот это круто. Точно топор это не. Расслабься, можно да, я попробую? Это класс. Я тут застреваю. Слышь, я тут застрял, я никуда бежать не могу. Что за... Неплохо. Ну что, забирай свою драгоценную винтовку. Смотри, как можно так, сделать. Винтовку. И что? Ну-ну, детский сад. Да. Прикинь, он как-то типа выпендривается, винтовку крутит. Ох, на нас напали. Скорее, надо понять, кто это. Надо, блин, тебя в друзья добавить как-то. Это он, давай побыстрее достроим и спрячемся. Мне и правда удалось построить бастион. Здесь мы в большой безопасности. Надо найти того типа, что стрелял в меня. Он все еще здесь, прицелься в него, только не упади. Есть, стреляй, стреляй. Супер, похоже, у тебя к этому делу талант. Обучение для лохов. Попробуем вид от первого лица. Попробуй победить его с видом от первого лица. Так, выбрать режим. Вид от первого лица, вид от третьего лица. Да мне без разницы, я от первого лица выберу. Мы от первого, а я от третьего бегаю. Тут от первого? Ой, то есть от третьего. В Fortnite нет первого лица. О нет, в Рассветной долине разбушевалась снежная буря. Она очень вредна для твоего здоровья. Посмотри на карту, чтобы узнать, как скрыться от снежной бури. Снежная буря, это типа ты зона, которая, да? Скажешь, нет. Нету Ника! Снежная буря на подходе. Бегом в безопасное место. Бегом, скорее в зону безопасности. Смотри-ка, в доме что-то поблескивает. Давай проверим, что там такое. Вот это да, какой блестящий сундук. Скорее давай посмотрим, что внутри. Отлично, хм, крыша так высоко. Как мне туда попасть? Я все тебе объясню, чтобы добраться до крыши, нужно построить рампу. Ха, все готово, проверьте-ка все, что в сундуке. Кстати, советую воспользоваться клавишей прыжка, чтобы перепрыгнуть через ограду.
Блин, а этот пробел-то не работает. Чё за тупизм? Откройте сундук и посмотрите, что внутри. А тебе везет, это РПГ. Скорее, забирай. Идем, надо побыстрее найти новое укрытие. Железную решетку можно уничтожить. Наконец-то, осторожно, другие исследователи уже обзавелись бастионами. Хм, моя винтовка сможет пробить бастион? Помнишь про РПГ? Это оружие легко уничтожает постройки. Просто попробуй. Бастион можно уничтожить снарядами. Мы снесли его, бастион. Теперь можешь переключиться на уже знакомую тебе винтовку. Давай же, выруби его. Поздравляем, вы завершили обучение. Из вас выходит отличный исследователь. А теперь приготовьтесь к новому этапу. В настоящих битвах вам предстоит бороться за выживание и уничтожать врагов ради победы. Нажмите «Начать». Блин, он опять заставляет меня это дурацкое обучение проходить. Говорит, нажать на начать. А если я не хочу начинать? Отмена. А, все, я прошел обучение. Обманул его. У меня нет ника. У меня номер 11297203. А ввести на можно. Где? На настройках. Ну, сейчас. Иду все это. Ника. Блин, я не знаю, как настроить. А, все понял. Осталось бесплатных переименований 2. Сейчас ник какой-нибудь придумаю. Блин, даже не знаю, какой ник сделать. Угу. Тогда бы сразу бы ограничили то, что нельзя писать столько. Сколько? Блин, я даже не знаю, что мне придумать. О, так работает. Ясно. Ну блин, страна, какая разница, какой значок страны я выберу? Бангладеш. Бангладеш. Угу. Блин, а чё не срабатывает эта энергия? Ой, еще один ящик.
Ну ладно, пускай будет так. Она где будет? Построить гильдия. Характеристики, рейтинг, альбом. Все ясно. Сезонный абонемент. Нет, я ничего не хочу покупать. Ну, блин, ну донатеров, конечно, всегда топовые. Тут, кстати, неплохие такие одежды, я смотрю. Не то, что папка. Ну, папка, наверное, реалистичная у тебя был изначально. О, маска панда, блин, у донатеров прикольная. А ты смотри, что за... Хрень. Бесплатно. В конце меч, это вообще круто. Меч? Ну, меч это вот, чем ты ломать будешь. Да не, стрёмно, мне кажется. Для этой игры это супер круто. На третий день мне дадут какой-то ящик. Скрытый режим. Привязать почту. Блин, я сдохну. О, во, почту пока привяжу.